Мне было бы весьма интересно присутствовать при установке данных для доказательства превращения элементов друг в друга, потому что я тогда мог бы надеяться на то, что причина периодической законности будет открыта и понята. До конца XIX века периодический закон опирался на представление о неделимости атома. Незыблемость этих представлений была нарушена, когда французский химик Беккерель открыл радиоактивность урана, а Мария и Пьер Кюри открыли другие радиоактивные элементы – радий и полоний. Английский физик Эрнст Резерфорд, изучая столкновение альфа-частиц с тонкой золотой фольгой, пришел к мысли, что в центре атома находится ядро, в котором сосредоточена вся масса атома. Только ли по массе отличаются ядра элементов? Поставим на пути альфа-частиц пластинки из разных металлов. Угол отклонения альфа-частицы зависит от заряда ядра. Используя углы отклонения и учитывая целый ряд других факторов, ученые вычислили величины зарядов ядер атомов, приняв заряд ядра атома водорода за единицу. Численное значение заряда ядра оказалось равным порядковому номеру элемента. Заряд ядра и масса. Чем они обусловлены? Ядро состоит из частиц нуклонов. Их количество в основном и определяет массу атома. Нуклоны, не имеющие заряда, называются нейтронами. Количество протонов определяет заряд ядра. Проведем опыт. Убедимся, что этот газ — водород. Наполним им колбу. И этот газ ведет себя как водород. В обеих колбах один и тот же объем газа. Почему же у них разные массы? Это зависит от количества нейтронов. Такие разновидности атомов одного и того же элемента стали называть изотопами. Многие химические элементы имеют несколько изотопов. Значение атомной массы элемента определяется массой изотопов с учетом их распространенности в природе. Это блестяще подтверждает гениальную интуицию Менделеева, который, опираясь на химические свойства, вопреки значениям атомных масс, верно определил места теллура и йода, кобальта и никеля, аргона и калия. Периодический закон в настоящее время формулируется так. Свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от заряда атомных ядер. Теория датского физика Бора с учетом принципа Паули позволила связать периодичность изменения свойств элементов со строением электронных оболочек атомов. Атом водорода состоит из ядра и одного электрона. В атоме гелия два электрона, находящихся в одном и том же слое. На этом завершается первый период. Переход к литию добавляет еще один электрон,
возникает новый электронный уровень. При переходе от лития к бериллию, от бериллия к бору и так далее, увеличивается на единицу заряд ядра, а второй наружный слой пополняется еще одним электроном, пока в нем не накопится 8 электронов. Это достигается у неона, инертного газа, которым завершается второй период. Щелочной металл натрий имеет также два слоя, как неон, но сверх того 11-й электрон, еще более удаленный от ядра. В атоме натрия таким образом появляется третий электронный слой, а в периодической таблице с натрия начинается третий период. У элементов этого периода также последовательно растут заряды атомных ядер, а третий наружный слой пополняется электронами, пока в нем не накопится, как во втором слое, 8 электронов. Это происходит у аргона, инертного газа, который завершает период. Порядковый номер элемента показывает общее число электронов в атоме. Обратим особое внимание на наружный слой атома. С накоплением электронов в наружном слое связано плавное изменение многих свойств элементов в периодах. Начинает заполняться новый слой, начинается новый период. Наблюдается резкое, скачкообразное изменение свойств. Что общего в строении электронных оболочек атомов элементов одной группы? У них одинаковое количество электронов в наружном слое. Немалую роль для понимания свойств элемента играет энергия взаимодействия наружных электронов с ядром. Значения энергии ионизации дают наиболее совершенное выражение периодического закона. Знания о структуре атомов и ядер позволили ученым искусственным путем получить новые элементы, один из которых в знак признания заслуг великого русского химика назван его именем. Трудно найти в истории науки открытие, которое, подобно периодическому закону, все время оставалось бы в центре научных интересов человечества. Об этом говорили ученые, собравшиеся со всего мира на юбилейный Менделеевский съезд, посвященный столетию открытия периодического закона. То, что сделано до сих пор с помощью и на основе системы, грандиозно. Но все эти приобретения малы по сравнению с тем, что осталось совершить. Сбывается еще одно предвидение Дмитрия Ивановича Менделеева. По видимости, периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает.